Ой, твысят, Сегодня еще и вы карите, еще гульмагик с гильдии. Я помню. Я дома сегодня. Завтра на работу. А, печально вообще. Завтра живешь. Лекс. Ты же Эрелил, да? Это ж твой голос. Ну, типа того. Типа того. Вот завтра во сколько ты будешь собирать? Надо объяву запилить. Ну, мне, в принципе, плохо. Там сами так решите. В три будешь? Да, может. Ну, это я лучше вечером скажу. Вот это прям идеально будет. Сегодня вечером скажешь, а ты будешь на РТ, да? Вот это игру Магик с нами. Ну там поговорим. Сука, и ни одной печеньки на мишку не унес. Там весь рейд, сука, ролил. Тоже убил игру Магика. Мне бы на ДК сейчас пуху вот эту с меткостью ебать, она бы зашла. Чисто пока. К НДК прыгну. Я не знаю, блядь, это АДК, или у него охуевшее агро, или на него все просто пули или по КД, блядь. Frost Presence не предел. Что сделал? Frost Presence. Чё это такое? Власть льда. И что власть льда? Ну и что власть льда? Но у всех танков включена. Просто ну дохуя гра во власть льда набирает и все. Бля. Он ебаный АДК танк, нахуй. А, он танк, блядь? АДК, блядь. А любой ДК это, блядь, охуенный танк. Хуйня все это, блядь. Воли мертвых нету у него. Воли мертвых не на всех боссах нужно. Блять, на личей хилё не нужна, так что, блядь, да пизды вообще, да все остальное. Бля, мы сидим в магике, нахуй тебе на магике, блять, это воля мертвых. Ну, наверное, да. Спаладин с первой потёв. Тем более он там какой-то уже, блять, сколько у него там по хп видно, что там дохуя чего, блять. Не смотрел. Кто не проклял? А, ну это перхуна. Да я, блять, в курсе, ебать, что ты АДК и что ты ебашишь там болезнь, всю эту парашу. А чё у тебя, ты 4-4 штуки или чё там? У него ты 9, если ты бот 9. Про клуберс. Нет, не про клуберс, а про вот этого танка. Ты 4. А. Ну-ка, линкани кусок, я почитаю бонус, что там дает. А, ну там незыблемость, а первое что там на лужу нахуй. Алекс, кто еще с тобой пойдет? Спроси тут, типа, может пойти, ну вот ДЦ. Какой-нибудь есть, и не ДЦ, и не Ардру. Хоп Холли Пал пойдет? Да, пойдет. Нет, кстати, ДЦ тоже можно. Нет, нет, вот, мне вот погибель нужна на Холли Пала. Мне не надо на ДЦ. Пойдешь, что захлопало? На погибель чисто. Ну чисто на погибель, на все остальное пол. Тут Вазелин уже пол рейда собрал. Стоп, а ты куда вышел? Я на ДК пока что просиживаюсь. Давайте суммониться быстрее и шкаф. Так, а еще кто-то идет? Может спросить. Не вкуриваю я, короче.
Быро, слышишь как? Чисто из-за вот этой всей чумы, из-за вот этой параши все это пошло, блядь. Дамаг. Я гро, блядь. Не, ну да. Кого сумонить надо, плюс чек. А чё там, символ Мора или чё у тебя стоит? Всю парашу обновляет. Мага сумонит. А щит, смотри, его вот я АДК танком поиграл, что-то, блядь, пару КД целка потом еще. И щит, его, получается, вешают, когда надо прожимка, типа, это ж как прожимка считается у него. Ладно, влетай в трэш, пошли чистить. Смотрите меня. АДК на пачках трэша топчик вообще. Чисто вот эту всю хуйню развешивают. Дом, ой, блядь. Любой ДК на трэше с 4-4 охуенно. Похуй, АДК, не АДК, блядь. Так не, если он в АДК ветки не будет таланты брать, там послабее он будет. Вообще похуй, он дохуя кран набирает. Типа из-за вот этой хуйни от лужи, что ли? Ну да, Томас, это горячая. Томас, сколько у тебя в танке ХП фулбаф? Ну типа, блядь, лучше ты потанчишь или мне как бы похуй. Кто из вас больше даст, мне как бы взрыв. Ну, блядь. Ну, у меня ДД спека нет, если ты меня хотел что-то. Ну, Томас, тогда спекнешься в танк. Пану ДД будет. ДД спек есть, потому что шмотка собирает. Сколько у нас РТ? 18:30. Успеем? Кару. Костя. Ну, одна погибель, по идее, не должно много времени занять. Я тебе пухом лок. Лежим, стоим, бежим. Стоп, а чё маклину? Чё, ебанутый? Так, протопал, тогда заберёшь квадрат. Чё, метку? Я просто обычно мне где-то выдавали, паками. Чего? Мне череп давали в основном, давай. Ну там ничего я сложного, просто берешь его, ставишь спиной. И все. Ты метки ставить будешь куда-нибудь? Дай пусть. Да, 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 сейчас. Да, давай. Куда от мне? Ладя сдох, слышишь? Лекус. Блять. Мне до курса что-то надо? Да, маги на дисковый будет. А какой пац? Не включается садом, нет? Часть, да, попатила. Сейчас по пати раскидаю, потом танков назначу. Сейчас рыбу поешьте. Кому нужен. Есть демон, вот зашел. То бишь в Росгорн третья пати. Кунсей четвертое и, блядь, третий маг, второе. Эршам подиспелишь тогда свое и танков. Просто, ну, как бы по-другому уже никак не сделать. Так, по танкам. Протопал в квадрат заберешь, поставишь в квадратик. Получается, Эвокин заберешь луну,
и печеньку поставишь. Войд будешь на кресте, и Кудза будешь на черепе. Знаешь, да, там Войд преисподнюю сбить гриппом. Когда он активный будет, так он ее дает, да? Да, когда он активен, и получается его время заканчивается активацией, он начинает преисподнюю. И это, смотри, короче, на Икудзе будет стаки копиться от черепа. То бишь, если череп не активен будет, то я тебе скажу, когда стаунтить с него, просто заберешь, он обратно потом сам заберет. Сейчас лоб зайдет здесь. От креста надо отходить, чтобы гриппать, или просто можно стоять и гриппнуть на месте? Можешь стоять на месте. Ты гриппаешь. Лоб сомнить. Икудза, ты череп, я же сказал. Все РДД хилы стоят в трусах. К кресту, главное, близко не подходим. Клуберс, ты знаешь, что тут делать или нет? Смотри. Бьешь череп, когда я буду говорить, типа, свечнулись кого-то, ты будешь свечиться. Как... К кресту вообще ни при каких условиях не подходишь, понял? Все. На кресте не срываем, кстати. Крест и печеньку не бьем на милике вообще. А, кстати, насчет печеньки, блять. У нас оба роги ушли. Получается, блять. Луберс, ты можешь просто пойти к печеньке и сбивать косы? Мы же рогой с четвертым пальцем. Там только один. А, блядь, не заметил, извиняюсь. Который сбивать надо. Все, все, рога, тогда сядешь на печеньку, будешь сбивать косы. А скиллом? Истерию по дочь самурая будешь давать, и все. Еще раз рычай и бегу. Ну да, я ж говорю, рога сядет на печень. Все, все готовы, кроме Иисуса. Он заходил в дискорд. Дайте бафы по локу. И анонсите танки, кого могу активно будет. Я покричу. РДД в труселя встали. Не бейте, покричите, бейте ему. Дайте ему урон набрать, не бейте, блядь, там все равно нет урона, нахуй танки сливается. Слепоглаз активен. А где слепоглаз-то? Печеньку все свечнулись, РДД милики, также череп пинают. Ретрик, отойди оттуда, бей череп. РДД по печеньке сразу играют. Сразу сливай милики. Рога, сбивай косты, не сбивай. Лок, смотри, когда череп активируется, повесишь красноязычие и расфиряешь собак. Все, РДД по черепу играем. Можете, в принципе, не бить, там урон все равно почти не проходит. 5 секунд активация. Киглер сыграли. Квадрат. Квадрат. Квадрат, все свечнулись, все милики тоже. Милики, станьте в лицо и убейте. Не отлетайте назад. И да, помните, вот, вот эта хуйня, то, что он вас шипит, не диспер. Алекс, может тебе добавим скилл, чтобы ты видел в герах? Можно было, да.
Мне можно? Мельки, сожрите охотников. По черепу обратно свечились все. Вот, отведи немного назад, крестик. Ну, хуй знаю. Меликис. В киглера добиваем. РДД добивайте, киглера, мелики там бейте, что хотите. Чего хотим, ты пью, бля. Собак сливай. Собак, да. Че у тебя стаки, заебись? На этом. Один стак, имплу. Ставьте с него, пусть скинет. Зелень прожми, зелень сбросится, блять. Можешь забрать печеньку? Да, можешь забрать. Я ее туда же оттаскиваю, да? Да, рогалик, иди за печеньку. Че, скинулась? А, все. Милики, не подходите ни при каких условиях к кресту. А, да, кстати, Томас, кидай по плану, Сри. Но я его предупредил, он не будет. 4 секунды, активация, чего вы парить? Волма, Геру. Геру дали, все по черепу играют, все свечились в череп, играют в череп. Красноязычие, кинь лоб. Красноязычие. Да похуй. Красноязычие. Я не знаю, как он. Диспельчик. Активнее диспелли, блин. Юля, дай на хп гим быстрее. Охуеть. Диспеллит что ли, нихуя? Я не знаю, что это. Ну это порча, ну, нахуй. Хули вы, блядь, если не диспелить, то тут нехуй делать, блядь, ребята, нахуй. Блядь, диспелите, алё, мать. Меня зажали, мать. Да все сдохли уже, забей. Ну вы чё, прикалываете? Я ебу. Пан, ты не мог дать масфир, я не понимаю. Любой другой вар не мог дать масфир. Я локу сказал это сделать. Дипфриз. Блядь, какая хуй разница, вар, блядь, взял, крикнул, блядь, все разбежались, как шлюхи. Ну, смотри, дипфриз 22, фрост 16, шаман 14, кунсей 5. Сколько еще могут диспелить? Удобно. Просто сейчас буду называть ники пидоров, нахуй. Давай, внимание. Так, кто там где? Дипфриз красавчик. Че, больше некого, что ли? Ну, тут по сути могут диспелить маги, блять, и Рестер Шаман. Все. И друидов, а друидов нету, да? Ну вот курсей. Да это попасть. Я предлагаю, кажется, тогда Хорус, спекайся в Ретрика, Элим, женёк, который, спекайся в Хила. Если у него там прокачано, блядь. Ну, вот, пан, вот, ты долбоёб, нахуй тебе ДПС крутить, блядь. Рел, давай, Дефрис, вторая пати, я подиспелю, Элима не надо спекать, пусть он дамажит. Ты долбоёб, пан, а не топ. Так что ты подиспелишь? Весь рейд, что ли, в одного мага? Да, ты видишь. Я могу две пати диспелить и не дамажить. Ну а что ты не диспелил? Да, ну, я диспелил будешь... свою пати, потому что ты говоришь, диспел Дефрис вторая, маг Фростгорн третья. И типа, ну вот это, захватывайте там оставшиеся две пати, кто что может. Моя пати была постоянно продиспелена. Я смотрю на эксперу, просто весь рейд фиолетовый, моя пати постоянно. Ну куда я похуй, я свитер, хуй дрочил, типа, дамажу. Короче, так нормально будет. Ну, если хотите. Ну, смотрите, я могу подиспелить, но нужно спектр, потому что варваться, блядь, тоже неохота, пиздец. Все, такой рейд, просто падаем, падаем.
Давайте, бафы. Подожди, меня нет, у нас под бластик, ну спать пора. Сейчас дисплей и пойдем дальше. Давай. Кунсей вот этот подвел, да. 4 дисплея. Если у него опять не будет диспелов, просто без лута пойдет. Просто без лута в актуре я был. Дайте каску по ханту. Надеюсь, ты это слышишь, Кунсей. Что там, типа, инвиз, глыбы, не? Мага, нет такого? Давайте активнее. Что тебе Хорус заебал? Ты в ДД. Сейчас еще шаман подъедет. Лох. Вообще. Лох. Джесус готов, нет? У кого, у меня что ли 4-10? Все, да, блять. Ну хули. Какому череп поиску кидать? Просто сборник, да и все. Киглер активный, все в череп, в квадратик свечнулись. Квадратик. Милики, бейте в лицо, чтобы не улетать. Меня превратили. Танка, танк где-то. Оно не диспелится. 2 секунды. Дочка самурая, вы не хотите свечнуться в квадратик? Положительный. Алло, шакал, блять, быстро в квадрат пошел. Ему вообще похуй. Все, квадратик это. Да куда там? Угу. Что происходит, ебать? Топ дисплея уронили. В печеньку РДД свеч. Мах, если еще был первый по дисплею, его надо бы резать. Я помню. Но БРФ нет. Матури? Вид без друида? Да. У нас был один друид, и как воет с это таунти. Таунти черепок, секунду. Что-то, блядь, красное это было. Все скинулось. Ну, куда? Давай кунсей на стол в твое время. Твой триумф, нахуй. Меньше 20 диспелов сразу без 50 крова. Да мы вайпнемся, если не будет меньше 20. Хотя, если, в принципе, женек быстро все предиспелит, так пусть. Угу. И второй шаман побольше. Хотя им же хилить тоже надо, да? Юль, там, если что, на свое усмотрение даже. Ну, чтоб не орать. Там еще во второй партии тоже может дать. Там еще и Коли Крис есть, он тоже может. А, ну так вообще заебись. Спаглас опять активен. РДД добиваем. А чё объясните, вот на слепоглазе это типа хил, да? Если его милик бьет, то чё, он хилится, да? Он отхиливается на 20%. Когда бьет, в зависимости от прошедшего по тебе урона, он хилится. А если РДД? На баф наведей, на почитай. Блядь, я как-то наводил. Усушающий евро. А, в натуре. Это босс. Да ладно, да?
на себя вешает иногда, да, когда постоянно. Вот, даунти. Стоунтил. Блядь, какой нудный босс. Вообще пиздец. Хоть бы еще трэш какой появлялся, блядь, чтобы было повеселее. Конечно. Он трэшол, Матвей, стой. Как на этом, знаешь, на Халионе голем бы выпадал его из потолка. Ну то в хэм, сходи, там как раз падает. Не, вот тут бы если бы выпадал, было бы вообще заебись. Крошек тебе. Крошек, по крестику РДДР играем, сразу в рейндж все стали, милики тоже. Не толпитесь там, вас, блядь, от живой бомбы побьет все. Вон он, блядь, всем похуй вообще. Все в рейндж стали РДД, хилы тоже. Главное, близко к кресту не подходить. Дай зубы по Якудзе. Что-то он падает без доски. Нет, пока не таунти, там, блядь. Все, может таунти твой. Да сука. Восемь секунд. Сколько секунд? Больно бьет. Крош опять. Я заебался. Также в рейндж встали. Не толпитесь, ребят. Милики, съебитесь нахуй оттуда. Вот таких вот мучений стоит печеньки. Да нихуя не несут таких мучений. Сарказм, наверное, был. Эх, вы знаете, что это было. По черепу съесть все бы. Че там по статам? Нам сейчас уже активно. Сейчас по глаз. Печеньку. Свечились, да, печеньку. Будет еще охуенно, что вот мы сейчас всех сольем, кроме черепа, и его не успеем добить. Mm-hmm. Вот это будет клево. Воет таунти. Я на маде не бурш, я оставляю бурш на эту хуйню. Так бы передамажил нинджаджу. Он у тебя может откатиться 10 раз. Да блять, нахуй надо, вдруг он сейчас активируется без бурста. Рисковый ты пацан. Да маг-то все равно идет. Что ты в кого бурстишь, карабец? 110 урона, а тереть куда маг. Он мертвый столько на дисплее? Да. Чего же хуярит, пацан? Хули, я же мертвый, мне больше нечего делать. Это с прошлого тая. Сейчас мне что-то не. Да не, вы просто даже не замечаете, как диспелится. Грошу добиться. Крестик РДД. В рейндж стали, милики тоже. Не стойте в толпе, блять.
давайте быстрее добиваем. И он чё, рофлинтон нами? Мы серьезно сейчас всех убьем, кроме черепа? Охуенно. Бля, пан, ты специально агришь его нахуй туда, как можно ближе к толпу? Дебил, блядь. Я хуй знаю, при чём. Я вот тут играю полгода, я вообще нихуя не понимаю, кого убьют, когда активация Хирса. Тебе похуй вообще. Кто он чего? Да пусть он научится зеленка сбрасывать, блядь. Да сбрасывает, блядь, зеленкой там. Не умеешь ты прожимать ее. Ну я понял, как надо сбрасывать. По черепу сейчас лично лишь до леги. Даю войско. Вот проклятие кинешь. Расфиряйте собак. Собак расфиряйте нахуй. Первой пати протестуйте быстрее. Собак расфиряйте. Нахуй пойдем. Второй приз давай тоже. Блять, ну вообще не диспелится нихуя. Я рот ебал, ну вы чё, угораете? Престов же масса диспел есть, нет? Она не диспелится. Я ебу. Хули, потому что проебали топ диспел. Кунсей красава, двадцатка диспела, ебать. Ага, молодец. Ну вон, зато шаманус, который должен был диспелить свою пэт. Ладно, последний трай, если нет, то я рот ебал. Да просто наберем сов нахуй, все. 10 штук. Блять, вот как бы я хотел своих персов с циркуля сюда нахуй, 200-м хотя бы, ебать. Все, давай, сыпь мне соль, пожалуйста. Ну то это быстрый старт еще вкачивать, одевать, блять. Алекс, я после этого влюблю. Если вайп будет долго. Долгий ебаный босс. Так понимаю, нам еще не везет с активацией, да? Угу. Да с активацией вообще похуй. Главное, что не диспейлят, блять, в этом вся проблема. Да, вайп из-за этой хуйни. Блять, вон там люди бурсты, блять, в трэш отдают. Привет пану. Не три. Вас пятеро. Ну хэприст, я не знаю, как сдох. Вот, блядь. Можешь стоять, играть с нитвинки, нихуя, блядь, в этот трэш. Пятую пати не диспелил. Там лютый дамаг проходил. Пятая пати и первая плохо диспелила. Блин, там сказал шаман, что у него что-то забакалось. Я из-за игры выйду, подключу себя до ноги спал. Ребята, блядь, вот хилы, вот хуй знает, кто с чем хилит, тусит. Ты с хилботом? Да, чё? Вот я, ну, хилбот, ну хуй знает, как ты здесь палишь. Вот я хилбот как-то раскачал на 40-м уровне, паладин у меня был там. И все, с тех пор на 80-м, как первый раз начал хилом играть, это был у меня холи приз, мой первый хил. Сука, я просто открываю интернет и пишу топ-аддон для хилов, нахуй. Там пишется, первый в мире аддон, топ нахуй, в мире, ёбана в рот, это Вуду. Я его скачал, и вот он у меня до сих пор стоит. Сука, не все знаю. Диспелится, да пизды вообще, любая хуйня стоит. Я могу заесть, нет. Все диспелится. У тебя аутизм или нет? Ты понимаешь, есть классы, которые умеют одно диспелить, другие классы другое диспелить. Да. Нет такого понятия, как диспел, здесь есть такое понятие, как декурс, блять. И декурсив есть только у двух хилов в игре, блять, из пяти. Да там до пизды, какой ты класс, блядь, Вуду открываешь. Ты долбоёб или нет, блядь? Да нахуй ты орёшь-то, блядь. Я говорю, открываешь. Да закрой рот, нахуй. Открываешь Вуду на магии, диспелишь. Так же фиолетовый весь рейд, нахуй. Долбоёб. Ребят, я вас не знаю. Давайте бафы, блядь, пошлите, заебали.
если человек не тупой, ему будет видно с любым Мадонном. Привет. Да, нахуй. Поставьте джусы. У кого есть? Каски нету, дайте каску. Чё это за конь так нахуй позарит? Да перестаньте. Каску МП5 по ханту. Мага больше не роняйте. И, пожалуйста, диспельте. Нет, пан, это не я. Мне похуй, в кого ты там бурстишь. Давай быстрее чини себе. Ставьте шкаф сразу. Лоб. Так вот, жизнь стоит здесь. Аскелон, плюс ПМ. Жду вас. Бунтарь какой, а? Ретрика тоже улетел, да? Красавчик. Да хули, они же не друиды, нахуй, не маги. Бесполезные, блядь. Набав на пол и голову. Ну, панах, это пусть он первый пати диспелит, а же не пятый. Я есть у тебя в душе, блядь, пан. Чего не хватает? Каску на шаманах. Бафните каску шаману. Аскелон, блядь. Ищи меня. Дайте МП5, то, этот хорус. Давай, быстрее. Да мне похуй, кто ты, давай МП5. Угу. Еще раз. Все готовы пулять? Обалдеть, меня. Мне того забрал. Тиглера заберите. По печеньке играем. По печенечке все. Все РДД имеются в виду. А вы не в курсе? Дуйся. Вот у шамана это. Тотем очищения есть. Он не диспелит? Да? Нет, наверное. Диспелит, только точно диспелит. Ну, ничего. Вот яду только диспелит, это очищение. А болезни тоже, да? Они точно диспелит. Эфир. Вроде как болезни сейчас тоже. Не знаю, я тут шаманом не играла. Я думал просто, что если очищение духа в кассе, что он типа как очищение духа не спалит. Там же проклятие добавляется. Ты присты могли диспалить, если бы это магия была, он было бы заебись. Ну да. 10 стат. Стоунти. Сейчас, ёбаный в рот засмотрелся. Все по черепу, по Олму, Геру. Не таунти, блять, уже не надо было. Уже он на меня убежал, выходи. Все быстрее по черепу. Диспелить не забываем, быстрее диспел. Собак растеряйте, лок. Диспел. У нас, по-моему, ДПСа пиздец как не хватает. Ну так пытайтесь, нахуй. Не, нихуя, ты чё, лол, там 3 ляма. Чё, блядь, ебать, стоит. Пиздец. А в чем это связано? Если раньше то хватало ДПСа и не хватало, как бы, ну, соответственно.
Ну, с тем, что те, кто дамажить должны, не диспелят. Вот эти маги, они как бы ДПС бы могли дать, но не диспелят. Еще раз будем пробовать, нет? Да, хуй знает. Ну, похуй, ладно, вот это очень последний, и потом я рот ебал. Сори, я на ДК пошел. Чё? Ну окей. А чё время-то в натуре-то? Ну давайте доберём одного дисплеера, дальше пойдём. Давайте андроида, чтобы БР был. Томас, чё ты, блядь, как этот? Чё, Томас танчить не любит, да? Он в ДК играет какой? АДК или Фрост? ДДшники. А знаете, почему? Пал вначале срывает агро. Сейчас заберу два ДД. ВМ слоты оставляются на погибели добирать? Забираю. Я пока не убью никого. Вот этот шаман панакурка нахуй, он вообще, ну... Я уже вижу. Он просто калеч нахуй. Ну видишь, говорит, что-то подкрутить ему нужно. Вот эти... Так, кстати. Вот шаман, ебать, послушай умного человека нахуй. Вуду в интернете вводишь, скачиваешь и забываешь про все свои ебаные проблемы. Ебать, изейший аддон. Вытаскиваешь пачки, которые тебе нужно диспелить, и диспелишь. Все. Хоть вытаскивай, и... хоть затаскивай, вообще до пизды. Вот у меня зеленые такие плашки. Там меняется все, там хуйня вся меняется. Размер, блядь, назначение, блядь, через Ctrl, через Alt, через Shift, через Caps, через хуяпс. Ебать, назначение ставишь, какое тебе надо. Любую кнопку на клавиатуре нажимаешь назначенную, мышку наводишь, нахуй, диспелишь. Можешь, блядь, макрос туда вписать, можешь по маусоверу туда вписать, блядь. Там вообще пиздец. И фиолетовым цветом там это все будет. Ты просто будешь по фиолетовой хуйне тыкать, нахуй, мышкой. Просто на правую там поставить диспел, shift правая, нахуй, и пизда. Итак, я еще раз спрашиваю, знаете, почему Павел срывает агро в начале? Потому что он под неистовством. Нет, потому что он прожимает бурсты. Он крылья прожимает. А вы знаете, почему мы сейчас вайпнулись? Потому что крыльев не хватило паладина. Уёбок. Вот. Ребят, зачем вы сливаете бурсты в ненужное время? У нас спан, если что, вар. Как бы он не может крылья прожать. Смотрите, пишет код 237, но если он диспелить может, то, наверное... Вы можете вообще никого не бить, пока не активируется моб, потому что минус 99% это вы просто теряете прок триник, там колец, шеи, еще что у вас есть. Можете просто стоять и ждать активации. Намного больше ДПС. Это если бы Улом был первый, было бы так, ну, выгодно сделать. Да пофиг, кто первый, потому что, ну, 99%, алло, что вы там надамажите любому мобу. Лил Морти, сейчас говорит с тобой Пан, и я говорю про паладина. Колотушка. Вот у ебан. Вот. Вот он прожимает крылья, в частности. Я не знаю, что делают остальные классы. Видимо, тоже так тупят. Я вас призываю так не тупить. Прожимать бурсты вовремя. Когда активируется череп. О, видишь, красава, понял. Ну, панакурка это, ну, бля. Если он в диссе, я не знаю, ну... Есть ли смысл добирать? Если вы не будете добирать, я просто после гильдейского грульмагика доберу нахуй и добью это КД. В смысле КД? Ну, типа... Доберу и все. Смотри, мы же все можем пойти, допустим, твинами. То есть я пойду на РТ паладином, а престом по этому КД да, своими чарами. Да, чтоб КД не терялось зря.
Ты пойдешь тем же хантом, которым сейчас Анер. Ну, мне плохо. Я шел за печать. Я писал, что она будет одна одна. Хорош, ну ты одна уже убил. И типа, блядь, как-то несправедливо будет, если типа выпала всего одна, и я ее заберу. Я поэтому Грул Магии и вел. Но если, блядь, один не может диспелить, второй просто умирает, я хуй понимаю. Ну, да понимаешь, да? Забирай печеньку нахуй. Кого ты, блядь, тут будешь? Да пизды вообще там, кому что нахуй. Ты свою печеньку отработал, как орел. Там больше 97, только один был. Дайте мешочек, ребят. О, мешок. Давай, хорош, сотка его. Да, блядь, приз нахуй, не мороси, нахуй, выпадет тебе печенька еще. Пацан добирал тут, ебать, ты говоришь разролить ему, когда ты гонишь, нахуй, сам добираем. Ну, блядь, понимаешь, типа, ты меня виноватым ставишь, то, что мы на магике вайпались, одни отбежать от волны не могли? Соответственно, блядь, мы падали, люди умирали, просто я, знаешь, видел, как шаман бежит прям по волне, им вообще похуй. На курка, смотри, ебать. Хорош, нахуй. Ноль диспела и третью карту пошел делать. Вот такой вот Сирус, нахуй. Хорус, ты пояс себе или чё? Хорус, привет. Я не дали им роли. А я его ролил уже? Бля, кто там выиграл? Я думал, я пояс ролил. Нет, тринкет. Искус. Хорус, давай обмен. Алло. Алло. 353. Кто там про добор-то потом говорил? 21.30 примерно, ориентируйтесь. Напиши что-нибудь в чат, чтобы я тебя добавил в друзья. Ой, блин. В рейде написал. ДК, вот фунт. Да. Мы там один грульмагик гильдейский свой убьем. И потом этот... Пиздец у вас, Ролл, мне вообще не кидать, что ли? Давай я за тебя кину. Смотри, 88. Хорош. Чё, там больше не было вкусняшек, да? Поезд только кольчужный, если на нахуй думаю. Не больно-то и хотелось. Два часа я тут проебал, ёбаный рот. Пиздец, я сам в шоке. 9.30 по МС.